Привет, девчонки! Вот она ваша жасминка-витаминка. Мальчик смотрит на меня, думает, что это, о чем я говорю по-русски. Всем привет, всем доброго дня! Наконец-то вышло солнышко. Посмотрим, как солнечно сегодня. Voy a entrar. И как весною все такие в голубом свете, красивые. Женщина элегантного возраста. И больше никого нету. Всем пока. Добрый день, девчонки. Новая витрина. Весенняя. Люджо. Посмотрите, какая красота эти джинсы широкие, как в 70-х годах. Коми ани сетанта. Даже сапожки как-то вот или 80-х, или 90-х годов. Стиль. Красные с джинсами хорошо. Вот я сегодня как раз тоже надела красный пуловер с джинсами кашемировый. Прямо угадала тенденцию этой весны. Посмотрим, какие цены на эти брюки. €139 джинсы. И здесь тоже €159. Да, почему-то вот эти вот дешевле. А мне как раз вот эти и нравятся. Как прошито все. Как юбку такую широкую можно носить. Всем пока! Добрый день, девчонки! Вот она, красота Валентина. Посмотрите. Валентину. Девушка. В фиолетовом. Селин, что тут есть? Почему какой-то другой цвет получается? Ну, что-то, вы знаете, вот раньше лучше было. Сейчас какие-то совсем большие эти клепки. Очень сильно так смотрятся. Особенно на босоножках. Слишком большие клепки. Рубашка из хлопка, да? Мои любимые цвета лимонные. Шорты белые внизу. Посмотрим, что происходит в центре. Посмотрим, что происходит в центре. В центре ничего не происходит. К сожалению. Еще, наверное, рано, потому что всего 10 часов утра. 10 часов утра, никого нету. Так, посмотрим хоть.
эрмесовские сандали, платочки, шали кашемировые, сумки. Твинсет тот же самое, та же самая витрина Твинсет. В принципе, и Эрмес, по-моему, все то же самое висит. Вот эти вот весеннего цвета шали. А, это фуляры, не шали. Нет, девчонки, нет никакого